Алжирская сказка. Мудрость. Ананси считал себя мудрее всех на свете. Он умел строить мосты, сооружать плотины, прокладывать дороги, умел ткать, умел и охотиться. Но делиться мудростью он ни с кем не хотел. В один прекрасный день Ананси решил собрать всю мудрость, которая только есть на свете, и спрятать ее подальше, только для себя одного. Он бродил по свету, собирал мудрость везде и всюду, крохотными кусочками, и складывал в большой глиняный горшок. А когда горшок наполнился, Ананси придумал спрятать его на вершине самого высокого дерева, так, чтобы никто не мог найти собранную им мудрость. Держа в руках горшок, он стал взбираться на дерево. Сыну Ананси было интересно узнать, что делает отец. Он спрятался в кустах и стал подсматривать за ним. Видя, что отец прижал горшок к животу, и это мешает ему обхватить дерево руками, сын не утерпел и сказал: «Отец, можно тебе посоветовать?» Ананси вздрогнул и закричал, рассердившись: «Ах, как ты подглядываешь за мной!» Сын возразил: «Просто я хотел помочь тебе. Это не твое дело». «Да нет же, отец, тебе же трудно взобраться на дерево, держа горшок перед собой. Если бы ты передвинул его за спину, тебе было бы легче». Ананси подумал и согласился. Он переместил горшок с живота на спину, легко вскарабкался на дерево и остановился. Посмотрел на сына и смутился от того, что нес целый горшок мудрости, а не знал, как с этой мудростью на дерево взобраться. В гневе Ананси так трахнул горшок с мудростью о землю, что разбил его вдребезги. И вся мудрость, какая там была, разлетелась во все стороны. Услыхав, что произошло, сбежались люди. Каждому хотелось собрать для себя хоть немного мудрости. И теперь мудрость мы видим всюду. А если вам доведется встретиться с глупцом, знайте, это тот, кто опоздал и не получил своей доли.